творческой жизни, это достаточно высокая плата. Они все обладают каким-то уровнем мастерства, достаточно серьезным, каким-то ощущением цвета, формы, линии, для каждого свое. Поэтому я думаю, что их творческая судьба сложится достаточно хорошо и успешно. И если они так начинают, то в дальнейшем их ждут очень интересные эксперименты в творчестве. И все это будет интересно, красиво, в любом случае оригинально. И, в общем, для нас это было открытие, что существуют такие хорошие художники. Юные художники редко получаются. Какие вам понравятся? Просим вас к столу, просим осматривать наши работы и будете строить с ним произведение. Где Максим? Максим. Безобразие, просто...
Hidden Fem. Что? Это Hidden Fem, это где-то с Вермеер, там был Вермеер Тут они все написаны с любовью, да. То есть...
Так оно и есть. Так, сейчас чуть-чуть. Спокойствие, только спокойствие. Хватит меня обнимать. Работаем на века. Красную. Больные люди, больные. Ну-ка садитесь. Поближе, поближе друг к другу. Чуть-чуть. Славик, ну работа там фоном. Она уже снята, расширить. Вот, так работы не видно. Вот. Вот нормальные братцы. Чуть-чуть разойди. Вот Славик туда, а ты тут. Вот, да. Братцы. Ну-ка сделайте вид, что вы богатыри. Богатыря.